скажу тебе сейчас, а ты запоминай. Танцуй, танцуй в понедельник, в пятницу играй и пой. Нам подходит среда, и пусть друзья к субботе потянутся. И улыбайся, улыбайся всегда.
банда Allegro Puntus Angelina. Команда Камбре Кушевич Аня. Команда Аллегра Аксиневич Таня. Команда Камбре Дубовик Полина. Команда Аллегро Шабельянова Даша. Команда Камбре Казачонок Аня. Команда Аллегро Белова Настя. Команда Камбре Черногребель Алена. Команда Аллегро Колтун Таня. Тот, кто выиграет, та команда идет на скалодром. Команда Аллегро идет куда? На скалодром? Ура! По итогам четвертого этапа победила команда Аллегро. Мы решили, что нашу команду покидает и всю Дина Настя. Thank you.
Давайте наверх, наверх, наверх. Обратно. Больно. Упражнение Ван Дам. Задание по хореографии на пятый этап с элементами брейк-данса. И мне в этом поможет Софа. Обещанный приз. Команда победителей в веревочном парке. Ура! Круто! Очень понравилось. Хочу еще.
сейчас первая команда Камбре, Дубовик, Полина. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I
сейчас команда Аллегра, Ковтун Татьяна! Это было круто, ё! За гимнастику у команды Аллегра 192 балла, у команды Камбре 196 баллов. Победила команда Камбре! Мы самые лучшие тренера, у нас очень дружелюбные дети. Мы всех любим, всем пока! У команды Аллегра 374 балла, у команды Камбре 366 баллов. В пятом этапе победила команда Аллегра. Нашу команду покидает Белоусова Полина. Мы с жюри посоветовались, и если команда Камбре
сделает трюк, который не сможет повторить команда «Аллегро», вы вернете ее обратно. Благодаря Александре Полина остается в команде. А сейчас мы разыграем турнир «Кто пойдет на батуты?». За неделю почти никто не научится ходить на ходулях. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!